Китайский туроператор «Жемчужная река» экстренно ищет альтернативу авиакомпании «Вим Авиа» на маршрут Уфа-Хайнань. Об этом сообщает пресс-служба компании. В заявлении говорится, что фирма разделяет общую озабоченность судьбой «Вим Авиа» и, начиная с середины прошлой недели, ведет переговоры с рядом авиакомпаний, в том числе в Китае, об организации альтернативной перевозки. Компания «Жемчужная река» заявляет, что обладает достаточными ресурсами для выполнения всех своих обязательств, независимо от разрешения ситуации с «Вим Авиа». Китайский туроператор запустил продажи туров из Уфы на остров Хайнань в сентябре. Чартеры «Вим Авиа» должны были начать полеты на китайские курорты уже в ноябре. За это время продано около 100 путевок на сумму свыше 20 миллионов рублей. Напомню, о финансовых проблемах «Вим Авиа» стало известно на прошлой неделе. Долги авиаперевозчика перед кредиторами составляют около 10 миллиардов рублей.